Неуклюжий кэтбой. Отлично. Все принесли научные проекты. Но где Коннор с моделью вулкана? Надеюсь, он ее не разбил. Она очень хрупкая. Коннор, осторожней! Не волнуйтесь, я справлюсь. Давай мы тебе поможем. Спасибо, почти вошел. Аккуратней. Видите, получилось. Я говорил, что справлюсь. Лови! Ура! Ты сегодня такой неловкий, Коннор. За все задеваешь, падаешь. Осторожно! Ой! Что? Ты не единственный! Ой! Видите, это не я неуклюжий, а остальные. Наверняка это ведро кто-то опрокинул. Не могли же все ребята одновременно стать неуклюжими? Надо выяснить, кто за этим стоит. Герои в масках спешат помочь. Вперед, герои! Вперед, вперед, ой. Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... в Олет! Да! Грег превращается... в Гекко! Да! А Коннор... в Кэтбоя! Все в порядке, видите? Давайте посмотрим видео с камер наблюдения. Что-то явно делает людей неуклюжими. Но что? Я не знаю, но если честно, я им всем очень сочувствую. Оу! Я не упал. Смотрите, на другом конце города! Это у библиотеки, как от мобилю. Может, лучше возьмем Гекко-мобиль? Да, ты не очень твердо стоишь на ногах. Вообще-то, я так и хотел запрыгнуть в Кэтмобиль. Это мой новый суперметод. Понаставят баков. Может, Гекко поведет? Ребята, я не знаю, почему я кажусь вам неуклюжим. Я отличный водитель. Смотрите, лаборатория Ромео. Ага. Я знал, что он за этим стоит. Пора включить суперскорость. Постой, дай я выберусь. Я буду вас защищать снаружи. Зачем? Поехали! Ой, ошибся! Катапульта! Суперзахват! Жучки-паучки! Ха! Теперь у вас нет шансов, герои в масках! Так, что бы мне сделать с этой шустрой ящерицей? Пусть она поскользнется или начнет вилять. Нет, пусть ее пальцы станут скользкими! Отлично! Что стало с моим суперзахватом? Я просто смотрел, в порядке ли твои ноги. Итак, что происходит? Я не знаю. Я не могу забраться на столб. Конечно, не можешь. Благодаря мне твои пальцы стали скользкими. Опять он что-то изобрел. Не что-то, а самый мощный луч-неуклюжитель. О, нет,
Он тебя облучил. Да, но сначала он тебя облучил. И из-за твоего неуклюжего вождения Гекко вышел из машины. Неуклюжий? Я? Ерунда. Сейчас я элегантным движением уничтожу этот луч. Суперскорость! Нет, Кэтбой, стой! Воу! А? О, может он не облучен? Супер! Надо защитить Алет от луча! Она единственная, кто не был облучен! Кроме меня! Но хорошо! Я отражу луч дорожным знаком! О, опять пальцы скользят! Я тебе помогу! Ведь я не неуклюжий! О! Все в порядке? Да! Что? Нет! Теперь ты тоже неуклюжая, глупая птичка! Будешь крутиться и вертеться, и ты уже не сможешь нормально летать! Похоже, он не врет! Кошмар! Это же просто катастрофа! Вы оба такие неуклюжие! Как же мне вас вылечить? Почему ты не признаешь, что ты тоже неуклюжий? Это не так! Я элегантный, как кот! Теперь вы все неуклюжие! И птичка, и ящерица, и в первую очередь котеночек! Ты облучил его первым? Да, вчера ночью, когда он спал! А теперь я сделаю неуклюжими всех жителей Земли и захвачу мир! О, нет! И вы ничего не сможете с этим поделать, пока не умёки в масках. Так ты был облучён раньше нас двоих. Да, но... Ой! Похоже, это так. Из-за того, что я это отрицал, облучили и вас. Извините меня. О, Кэтбой, все в порядке. Правда? Да, но что делать? Неужели мы будем скользить, спотыкаться и падать вечно? Мы герои в масках. Мы найдем выход и остановим Ромео. Настало время героев! Не уйдешь, Ромео! Да! Только это будет чуть труднее, чем обычно. Ой! Ребята, мы должны помочь друг другу сосредоточиться! Хорошо! Поезжай прямо! Нет, прямо! Хотите еще облучиться героем в масках? Похоже, с вас уже хватит. Нам нужен новый план. Кэтмобиль не управляем, выпрыгиваем. Как мне надоела эта неуклюжесть. Что? Нет! Брось, безумный Кэтмобиль. Теперь, когда ты тоже стал неуклюжим, тебе придется всех сделать прежними. И не мечтай! Пусть я тоже буду скользить, спотыкаться и равновесие терять, но я не намерен уничтожать свой луч, неуклюжитель! Значит, всех можно вылечить, уничтожив луч? Я не это хотел сказать! Не суетись! Ты уже разболтал свою тайну! Ха! Вы слишком неуклюжие! Все, счастливо! Прямо! Нет, налево! Ты будешь меня слушать или нет? Ромео не сможет уехать! Вау! Но как нам его остановить? Я придумал! Когда мы боролись с неуклюжестью, все стало еще хуже! Мы разбили катмобиль! Да! Мы должны использовать неуклюжесть, скользкие пальцы, вращение и поскальзывание! Неуклюжая сила! Змейки на скамейке! Воу! Но лаборатория сильно виляет, так что надо быть осторожными. Она едет сюда. Готовы? И вперед! Суперскользкие пальцы! У-ху! Поскальзывание и кувырок! Сила вращения! Суперскользкие пальцы!
повернуть. Ух, стоп! Я снова хожу по прямой. О, герои в масках! Вы мне все испортили! Герои в масках! Вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Наконец-то обычная научная ярмарка, а не эксперимент безумного ученого. Амайя, Коннор! Учитель просит переставить вулкан вон туда. Без проблем. Я ведь больше не неуклюжий, так что легко справлюсь. Извините, я переоценил свои силы.